Всем огромный привет! Сегодня буду готовить беляши на кефире, тесто на кефире. Сюда я отправляю соду, чайную ложечку, и жду минут 10. Затем 2 чайные ложки сахара и 1 чайную ложку соли. Вбиваем 2 яйца и замешиваем тесто. Добавляем подсолнечное масло 5 ложек. Тесто я замесила, теперь приступаем к начинке. У меня фарш говядина-свинина с луком. Добавляем соль, специи любимые, красный перец, черный перец. На выбор можно добавить какую-нибудь зелень. Тесто получается очень мягкое, не липкое. К рукам, видите, совсем не липнет, такое гладкое. И начинаем лепить наши беляши. В этом рецепте мне нравится то, что тесто получается очень тонким, много начинки, и при жарке тесто не впитывает в себя масло. И даже на следующий день беляши остаются мягкими. Так как тесто очень быстро жарится, я жарю на среднем огне, чтобы прожарилось мясо. Вот такие получились домашние беляши. Они, посмотрите, они не жирные. Тесто тонкое, внутри все прожарено. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока.